Добрый день! Сегодня мы сделаем скумбрию, запеченную на углях, на решетке. Вот у нас такой вот уличный очаг домашний. И также салаку сделаем в коптильне после того, как мы запечем скумбрию. Маринад для скумбрии — это лимон, 5 перцев и соль. Маринад для салаки — это три больших луковицы мелко порезанных, 5 перцев и соль. Ну вот наша скумбрия томится на костре, а вот готова салака для копчения. Готова наша скумбрия. Вкус, я думаю, обалденный. Вот поставили для копчения салаку. Процесс пошел. Будем наблюдать. На яблоневых опилочках. Вот уже процесс пошел. Видите, как активно. Уже пошел запах рыбки вкусный. Наблюдаем. Достал я салаку. Она уже почти готова. Осталось по совету товарища, который продал мне эту коптильню, открыть крышку и подсушить ее немножко. Подсушиваем последние моменты и будем кушать. Так, наша салака готова. Достаем ее, вид, посмотрите, какой красивейший. На вкус мы попробовали уже. Объедение.